Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 5 июня, и с небольшим опозданием, где-то примерно на недельку, я хочу всех поблагодарить своих подписчиков и зрителей моего канала. Сегодня у нас в Свердловской области дождливая погода, идет дождь, сильный ветер, холодно. В общем-то, такая погода у нас началась вчера. Северный ветер до 20 метров в секунду. И, конечно, никаких дел в саду мы проводить не можем. И я рада, что наконец-то я выбрала вот этот небольшой кусочек времени, когда я могу снять ролик и всех поблагодарить. Поблагодарить за то, что спустя год и 10 месяцев на моем канале уже 20 тысяч подписчиков и 3 миллиона просмотров. Конечно, мне это очень приятно. Изначально канал я создавала... Ну, думала, что будут его смотреть наши покупатели из нашего города, где я живу. Но вот так вот получилось, к моему удивлению, что канал стали смотреть и другие садоводы из других регионов. Конечно, мои советы, они не всем подходят. И по времени посева семян, и по времени высадки рассады в сад. Больше все-таки, наверное, мой канал подходит для тех, кто живет... На Урале, в Сибири, вот этот вот регион, конечно, более подходящие сроки посева и высадки, чем южные регионы. Там, конечно, нужно делать, проводить все эти посевы пораньше. Но, тем не менее, я знаю, что есть у меня зрители и подписчики из Краснодарского края, из южных регионов нашей страны. И мне, конечно, очень приятно, потому что на просторах интернета очень много каналов, которые... как раз рекомендации дают по выращиванию садово-огородных культур. И мне приятно, что такой вот молодой, в общем-то, канал тоже пользуется спросом. Спасибо всем большое. Вот в этом ролике я как раз хотела всех поблагодарить. Спасибо всем большое. И мне очень приятно, когда вы присылаете мне фотографии и на WhatsApp, и в группу ВКонтакте, и где я вижу, что у вас выросла красивая рассада, здоровая рассада и красивая рассада цветов. И, в общем-то, где вы пишете как раз, что это по моим советам выращивалось. Конечно, мне это очень приятно. И я вместе с вами радуюсь, и, конечно, вместе с вами огорчаюсь, потому что ну, какие-то негативные моменты при выращивании рассады в любом случае бывают, и это иногда даже не от нас зависит. Бывает, что мы и сами что-то напортачим, но бывает и от погодных условий зависит. Вот сейчас, допустим, да, выращивая уже культуры какие-то в саду, то у нас слишком жарко, то у нас слишком холодно. То есть погодные условия тоже влияют на рост и развитие нашей рассады. Но я надеюсь, что мы будем дружить с вами и дальше. Я с удовольствием делюсь всем, что я знаю, с удовольствием все показываю и надеюсь, что вместе с вами мы будем выращивать хорошие урожаи, вкусные плоды у нас будут, богатый урожай и красивые цветы. Всем до новых встреч, еще раз всем большое спасибо, всем пока-пока!